Привет, меня зовут Павел, и я преподаю бас, электро- или акустическую гитару онлайн. И если вам хочется научиться на них играть, пожалуйста, пишите мне в личку, в WhatsApp или в Telegram. Этот урок открывает целую серию видеороликов по базовой музыкальной теории и по тому, как расположены ноты, как они в целом работают, называются и как ими пользоваться. Итак, с чего начать изучение нот на грифе бас, электро- или акустической гитары? Нужно понять, как они называются, сколько их, какие между ними интервалы и как они расположены, потому как без этой информации учить ноты просто бесполезно, потому как эта информация не будет для вас структурированной и понятной. До сих пор не придумали ничего лучше, как показывать все эти интервалы и понимание на фортепиано. Поэтому давайте перейдем к фортепиано.